филиале Ямальского многопрофильного колледжа открылся волонтерский клуб «Чистые сердца». Сделано это для того, чтобы привить учащимся сострадание, милосердие и любовь к добрым делам. Сегодня состоялось первое заседание клуба. Подробности в следующем репортаже. Сегодня в актовом зале руководитель арктического центра добровольчества рассказала студентам колледжа о том, что такое волонтерство, какие в нем преимущества и какие возможности перед ними открывает данное направление. Очень важно развивать ценности студентов для их развития. Они могут ездить на мероприятия, они могут помогать людям, приютам и развиваться личностно и помогать колледжу в мероприятиях. Всю информацию о волонтерстве можно узнать на сайте добро.ру. Волонтером можно стать, зарегистрировавшись на сайте, участвуя в событиях и получая за это баллы, которые могут помочь при поступлении в ВУЗ. Волонтерство для меня – это две вещи. Мероприятие, которое проходит на городском, окружном и всероссийском уровне, где команда образования и множество платформ для обучения волонтеров. А также это помощь людям и приютам. Этот опыт пригодится студентам, ведь открытие волонтерского движения – это новый толчок для их развития. Анастасия Шеховцова, Евгений Садыков, программа «Время местное».